Громкое задержание в Иркутске. Наручники захлопнулись на запястьях 54-летнего адвоката. Его обвиняют в жестоком убийстве собственной матери. Трагедия произошла в конце января. Мужчина напился и начал избивать 88-летнюю мать. Он нанес ей удары по груди и переломал ребра. От этих травм женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшая по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе СУИСК России по Иркутской области. На допросе он признался в том, что натворил. Кировский районный суд Иркутска уже отправил его под стражу. Выяснилось, что погибшая женщина также являлась адвокатом первой центральной коллегии адвокатов Иркутской области. Что касается ее сына, то он ранее работал в Москве и переехал в Иркутск весной 2021 года. Следователи продолжают выяснять все подробности трагедии.